Сегодня 1 апреля, а именно 2 года назад в этот же день вышел первый выпуск нашей программы. Поэтому мы просто не могли обойти стороной этот праздник и узнаем сегодня у казанцев, почему над их шутками не смеются. Почему над вашими шутками никто не смеется? Потому что я не шучу. Ну, обычно смеются, не знаю. Шутите как? Ну, нужен же какой-то определенный момент, чтобы пошутить. Нельзя же просто вот так придумать шутку. Смеются. А над вашими? Я не шучу. А пошутите как? Папа, папа, не бей меня, сегодня же день защиты детей. А мата можно? Ну, так защищайся. Ну, потому что я смеюсь чужих пока. Не успеваю шутить в перерывах. Может быть, смеются? Откуда вы знаете, что не смеются? Я клоун, и над моими шутками постоянно смеются люди. Пошутите как-нибудь. Русалка села на шпагат. Нет харизмы, такой родился, вырос. Я не пошучу никак. Потому что они тупые. Они слишком умные для людей. И с одной стороны они умные, с другой стороны они тупые. И люди их не понимают. Потому что банан. Потому что я не смешной человек. Почему? Не привык шутить. А если шучу, то либо по-черному, либо так, чтобы не смеялся никто. Пошути. Колобок повесился. Большинство казанцев отметило, что просто не умеют шутить. Надо научиться. Это был соцвопрос с Ильей Гизатовой, Алия Кульбарисова. Всем пока.